В проекте нового госбюджета Украины сокращается поддержка для переселенцев. Ощутимо уменьшится фонд еще одной государственной программы. Где поддержку урежут, а какие программы останутся, рассказываем в этом видео. Сейчас Верховная Рада рассматривает бюджет на следующий год. Пока это только проект, но уже сейчас можно понять, на что государство планирует увеличить расходы, а на что уменьшить. Несмотря на то, что парламент планирует повысить налоги, денег на все необходимое не хватит. Поэтому в приоритете снова расходы на оборону, больше половины от общего бюджета страны. На помощь переселенцам в проекте бюджета отведено 48 миллиардов гривен. В финальной версии могут быть изменения, но пока траты на ВПЛ планируют уменьшить на 9 миллиардов по сравнению с нынешним годом. По словам Министерства социальной политики, получать ежемесячную выплату будут лишь самые нуждающиеся категории, и даже такая помощь временная. Пока что ее продолжили до февраля. А вот с довольно популярной программой «Е-відновлення» ситуация еще хуже. Эксперты отмечают, что программы, которая уже помогла восстановить жилье для 65 тысяч семей, в новом бюджете просто нет. По сравнению с несколькими миллиардами в нынешнем году, на следующий год на «Е-відновлення» планируют потратить 500 миллионов. И те из гранта Мирового банка, а не из госбюджета. Таким образом, объемы помощи упадут в разы. По сути, для переселенцев основным источником помощи останутся только международные доноры. Так, МИД Германии предоставляет социально незащищенным переселенцам ежемесячно по 2400 гривен на 4 месяца. Программа касается лишь тех ВПЛ, кто переехал в Киевскую область. Зато этой зимой ООН обещает программу одноразовой помощи для жителей прифронтовых регионов и переселенцев в ряде областей. Они смогут получить деньги на утепление дома, оплату коммунальных услуг и другие расходы. Окончательно ситуация с выплатами из бюджета и программой поддержки на восстановление жилья будет понятна только в ноябре, когда Верховная Рада окончательно примет годовой бюджет. Подписывайтесь на канал «Реальная газета», чтобы смотреть больше таких видео, и оставляйте свой донат на редакционную банку, чтобы мы могли продолжать нашу работу.